дороги. В прошлый раз я проходил здесь, строительство было большое. Вот через два дня увидим с вами вот такая вот стрела стала. Орлины сделали ее. Или понизу. Вот я хотел сейчас пройти. Там еще вот достройка идет. Достраивается. И разбираюсь, что, наверное, праздник будет сделать. Теперь будем делать более качественно. Немножко подгонять, наверное. Вот второму. Вот воду набрали. Здесь это административное здание. Ключи наши старенькие. Здесь вот раньше. Травка будет вести. Как раз по весне. Вот травки поставили. Типа беседки. Тоже там можно сидеть. Ну, основной такой вид так сделали. Не до конца, видите. Здесь вот тоже. Этот осталась атрибутик еще с этого советского прошлого, видите? Серп и молот, колосья. Не убирают. Но уважительно все равно относится к прошлому архитектуре советской. Вчера можно было здесь прийти, но я не смог. Здесь было народное гуляние, здесь очень много народу. Вчера все было прийти. Ну, наверное, сегодня я тоже мало что нового покажу, только что такого не идет строительство массового. Но смотрится тут вот так вот. Тут даже вот интернет есть, Wi-Fi. Можно будет. Заряжать можно. Зарядка. Смартфонов. Всяких устройств мобильных. Знаете, может быть, в разговоре, в комментариях будет шум ветра. Но это никуда не деться, это ветер создает шум. Сам видим, на одной из этих написано полиция. Полиция. Знаете, пункт полиции. Это вот поднимается на площадь. Своего материала. Подобная вот тоже беседка. Здесь вот
мы с вами подходим к зданию бывшего политпросвещения. Напротив него здесь спуск раньше. Был этот водопадик такой, стекала водичка по фонтану. Сейчас тоже, наверное. Белим олени. Олени белим. Связано со знанием. Ну, тут посадили зиму. Вот так вот выглядит. Это вот здание Тарасского университета. Слева на казахском слова Назарбаева. Жугары белим сапалы, а жугары Халкалавторга, соуберитесь. А здесь качество высшего образования должно отвечать самым высоким международным требованиям. А это скульптура стоит Хайдар Дулати, Мухаммед Хайдар Дулати, жившего 1499-1551. И вот тут вот понизу, вот так вот идет эта водичка тут стекала. Подсвеченный, светящийся. И вот эта вот арка стоит. Красиво оформлено. Там дальше продолжение, там гуманитарный университет. Полностью уже 100% здесь будет уже все окончательно оформлено. Уже когда травка взойдет, дорогие, я обязательно тоже сделаю. Вот он, гуманитарный. Что там? Пока не могу сказать. Тоже здесь. В общем, здесь вот вся территория. Защищена знанием. Вот это здание, помните, раньше там суд был. Отсюда вот так смотрится. Там вот еще мелочи.
работы еще идут. Может срывать мой голос. И может быть не слышно. Здесь вот была аллея. Здесь была скульптура. Сидящий влюбленный. Качать я не могу видеть. Куда-то. И там те скульптуры туда. Здесь вот такую вот поставили бесконечную звезду. Тоже, видать, строится какой-то еще один торговый центр, наверное, в Казахстане. И в городах сейчас их очень много строят. Ну, вот мы видим площадь, наверное, влюбленных. Так и называться будет. Вон там памятник, мы сами видим. Стоит стоячий влюбленный. А еще был сидячий. Сидели. Куда вот я не могу найти, надо будет потом поспрашивать. Тоже до конца не все. Вот здесь вот было открытие этой аллеи. Снять я не мог. Но где-то в сети, там в сетях где-то есть. Открытие, фотографии. Ну вот мы видим девятиэтажка. Это бывшее общежитие Теологического института. Потом там была студенческая поликлиника на первом этаже, а сейчас там административные какие-то здания административные, там разные департаменты, в частности там молодежные, также и медицинские там. Ну вот, помните, там тоже были здесь вот фонтан. Небольшой был прудок, где вот эти вот вербы стоят. Сейчас все это убрали, и здесь вот установили фонтаны. Жастар аллея, сы, называется. Аллея молодежи. Вот так вот она выглядит. Дорогие земляки, прощаемся с вами до следующих съемок. Вот, дорогие друзья, я по этой вот пройдусь, по Горького улице. Сейчас она Желтоксан называется. Желтоксан. Это Жданова бывшая. Но Горького считается от этого, от коммунистической. Сейчас продлили ее, стало Желтоксан. И вот здесь вот напротив университета, я вот эти съемки делал, и вот здесь мы видим с вами вот такая вот ситуация. Тут вот кафе с кабинками, вот тут на свежем воздухе. В прошлый раз я снимал, я больше снимал здесь подготовку к Наурыз, юрты были. Там вдали мы видим жилой комплекс, а это корпус учебный. Еще раз.
раз просто уже повторюсь, я уже как-то в одном из роликов, вот это вот здание, оно является клиникой кардиологической. Делают операции на сердце, лечат сердце. Оперативное лечение, также диагностику ставят, лечение. Напротив вот я повторно снимаю. Когда здесь были небольшие помехи, тут было строительство, подготовка к празднику Науру, сейчас свободно здесь. Нету разных тракторов, да. Юрты убрали по этой улице. А это вот четырехэтажки, по коммунистической, которые то ли стоят до центра. Я тоже учился в этом институте, Новогородское отделение, это центр. Помню, там были. Учителя разные, уже не помню фамилии. И вот там мы видим с вами кинотеатр бывшего Чеканова Алиханова. Сейчас там Астана. Также кинотеатр. То есть восстановили его. Кинотеатр. Только под другим наименованием. Раньше там был какой-то магазин. Одежда. Так. Еще раз снимем. Я думаю, не лишне повторить. И тут дуб стоит. Вот голуби. Это вот кафе Шелпан. Ну ладно, всего вам доброго. До следующих встреч.